надо говорить, что вы не соскучились. Слышал, скоро Новый год, но мы его не празднуем. Мамка просто так поставила елку, чтобы меня помучить под ней. Ой, что-то упало? Я точно слышу характерный звук. Мне же не могло послышаться. О, опять! Папка, я же пошутил, что хочу быть снежинкой в этом году. А как в нем ходить? О, Господи. Я же вам не мебель. Алло. Хорошо, что скотчем не замотали еще. А то не выбрался бы совсем. Мамка, спаси! Новый год не празднуем. Значит, костюм не нужен. Можно погладить. О, спасибо. Жизель, это ты? Дафи. Блин, заметила. Так, короче, я пошла за красотой. Ну, будет меня ждите. А мы хотели уйти уже. Получили, Тафи. Это что? Это тебе. Это еда? Тафи, пойдем домой скорее открывать. Что там тебе? Быстро, да? Погодите, погодите. Из-за снега не могу разобрать, кто тут был. Я потерял ее запах. Тафи, ты знаешь, что там? Тафочка, ты догадываешься, не-а, что там такое? Сегодня у нас воскресенье. Сходили мы, значит, забрали уже посылочку. Боже, как она прикольно упакована. Тафи, посмотри. Что это такое? Это использованный рулон, что ли? Тафи, так, отойди, тебя не видно. Я вообще могу уйти, давай, если подальше, хочешь. Вот так вот. Тебя же не видно. Как, Господи, вы даже себе не представляете, как давно я хотела именно вот этого. Так, Боже что мой, тут? Боже мой, посмотрите, это бабочка, Господи. Бабочка? Кафа, наконец-таки. Можно? Наконец-таки, смотри, бабочка. Это не похоже на тех бабочек, какая которых красивая. Я лопаю на даче. Там, короче, было столько много разных бабочек. Я сначала хотела заказать новогоднюю. Ой, ему нравится, он лежит. Но ты же сказала, он лежит ее. Что это бабочка. Вот, но потом подумала, что новогодняя как-то будет потом не актуальна. Я хочу постоянно, ну, как бы, вот, достаточно часто его снимать видео. Плюс, вы помните, у нас была рубрика Dog News. Я тогда, помню, очень хотела для него вот бабочку. Сейчас мы давайте наденем его. Смотрите, вот так вот цепляется на этих застежечках. Ну, на липучечках. И нет, Афи, это не кушать. Кстати, у нас, смотрите, до сих пор висит, все нормально, ничего не сломалось. Вот наша подписчица дарила нам вот такую вот штучку на поводок. Фу, на ошейник. Так, сейчас мы, чтобы не сбить, давай Афи сюда. Ой, Афи, тебе... Да, да. Ты красавчик же будешь, Афи. Нам не видно. Еще смотрите. Ой, я еще подбирала ее, потому что мне очень понравилось. Ой, ну такое, слушайте... Такое качество вообще шикарное. Она такая большая, плотная. Слушайте, вообще. Я подбирала как раз под ошейник. Смотрите, у нас получается такое сочетание красивое с ошейником. И желтенький вот это окрас Тафин, такой рыженький. Ой, сейчас мне немножко еще надо подтянуть. Не задуши только сейчас звезду. Тафа тебе так идет. Вот так вот. Ой. Тафа, смотри, ой, вот мне так нравится, Тафи, посмотри на меня. Правда идет? Ой, как тебе идет, солнышко мое, Тафи, тебе очень идет. Тафи, а кто у нас такой красивый? А, какая бабочка у тебя, Тафи, ты такой элегантный, мне так нравится, Господи, посмотрите, какую прелесть. Тафа, ну боже, я не могу на тебя не любоваться. Саш, посмотри на нашу бабочку. Убегает. Он сначала хотел ее скушать. Папка, как тебе? Мне идет? Вообще, прям а ребят, как? Нравится? Дайте Орел. Что-нибудь еще, я отсканирую. Он сейчас плюнет. Стакан. А реально, где стакан? Я не
Видимо, стакан как раз и надо получить, чтобы налить. Ой. Уходим. Уходим. Папа брызгает, уходит. Через... Все, все, давайте. Тихо, 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 мальчик. Вообще тут все написано, нет? Нет. Конечно, маленький, но мне надо его спрятать. По одному. Ты чего-нибудь хочешь? Че, когда мы тапоньки, Саш, вот эту штучку подарим? На Новый год. Так мы ж Новый год не празднуем. Все, тапочки на 25 декабря мы эту штучку подарим. Решила шарлотку приготовить. Варим хлебец. А Саша сейчас будет сделать маринад для ребрышек. У нас тоже кулинар. Люблю, когда он готовит. Так, еще у нас сегодня будет скумбрия с картошечкой. Я картошечку сделала, осталось скумбрию доделать. Вот тесто. Цель поездки какая у нас? Деловая. А в командировке с двумя молодыми симпатичными. Сами понимаете. Что, рецептом поделишься? Не знаю. Ну ладно. Поместим вашу клюеву так, что из... А у меня есть ножички. Чую что-то вкусненькое. Все посмотрели себя в зеркало. А что такое? На кого ты стал похож? А шелоновца похудел. Уже слышишь? Интересно, а мне упадет что-нибудь? Шарлотка готова. Остыла. А что мы хрюкаем? Дайте мне кусочек тоже. Ну, поближе ко мне, клади же. Папа, сейчас Таффи съест твою шарлотку. Что будем делать-то? Чуть твою шарлотку не съел. Да ладно, не жалко ребеночку-то. Правда? Саша мажет лаву. Хватит. Блин, я нашел. Лалом мажет Саша. Саша мажет лалом. Саша, не обожгись там сверху, пожалуйста. Лала, Саша, Лаша. Ну, Саша, пап, ну я снимаю видео. Саша, лалом не едет. Уже не смешно. Сядь, меня. Тапонька. Кстати, бывало, но только не Маша, остынет все нахер. Так, ну что, в общем, вчера мы ставили елку для того, чтобы сделать такую небольшую фотосессию, так как я хотела сделать такой для вас что-то типа календарь. Вот, совсем скоро я о нем расскажу чуть позже в видео и в Инстаграм тоже. Так, почему у меня борщ, блин, на телефоне? Ну, Новый год, всякие праздники эти новогодние мы не празднуем, так как у нас, получается, у мамы, у бабушки годовщина. Вот, и я просто решила поставить, буквально вот на день у нас вчера она стояла. И сейчас я хочу разобрать все игрушки, и на самом деле елка у нас сломалась искусственная. Вообще мы всегда покупаем... Ай, Тафонька, прости. Покупаем живую елку, это у нас была такая, как бы, пару раз буквально мы ее ставили, но она у нас сломалась вот здесь вот. Папа с Сашей пытались с помощью изоленты и карандашей ее как-то реанимировать. В принципе, для фотосессии более-менее вышло. И сейчас я все это уберу, и елку мы выбросим. Тафонька, ты будешь мне помогать? А чем? Тафа, давай. Ой, давай снимать игрушки. У нас же тут целый... Тут вообще, смотрите, какие красивые. У меня вообще мама очень любила вот покупать такие вот. Ой, интересные. Ой, и правда, кстати, красивая такая. Ну, тут еще более-менее легкая. А вот здесь вот есть такие потяжелее. Вот, смотрите, какая красивая красота. Такая на липучечке. Фу, на липучке, на этой штучке. Как заколочка такая получается.
Ой, Тафа, вот если тебе, конечно, на ухо прикрепить, был бы вообще красавчиком. Нет, спасибо. Вот такие вот тоже, смотрите, прикольненькие. Вот, необычные. Там в виде туфелек есть. Там тоже вот туфелька такая. Мама вообще любила всякие туфельки собирать. У нас не только елочные, также есть что-то типа фарфоровые. Ну, я достала совсем чуть-чуть так, чтобы одну сторону украсить. Вот тоже, смотрите, интересная такая. И Тавка. Одну игрушку мы уже разбили, пока я перемещала тут ее елку. Вот такая вот клубничка разбилась одна. Зеваем, Тафи. Ну, пора заканчивать вот, смотрите, уже. Мне тоже нравится такая, типа, мороженое. Тоже вот интересная. Тафи, тебе нравится? Хорошо, что это игрушек немного. Думаю, быстренько все сейчас разберем. Разберу. Ой, я вспомнила. И тут, смотрите, есть такие прикольные валенки. Я их хотела тафочки надеть. Смотрите, какие классные. А, они ничего такие. Ну ладно, уже поздно.